Ты же начинал Дольфа? Да, начинал как комментатор СК2 изначально. Очень крутая игра была, пока ее Blizzard не похоронили сами. А как? Расскажи. Как? Что же было на твоих глазах? Или тебе нужно мое видение? Ну, Да, по у крайней меня просто, во-первых, плохая память, во-вторых, любопытно, в чем ты видишь Ну, причину. во-первых, игра, где нельзя стримить европейские турниры из игры. Ну, там не европейские, там, зарубежные, китайские турниры, корейские, точнее, турниры из игры. Это вообще Так. посос. То есть Посос. движок, если обсервер лагает, лагает у всех игроков. Если игрок вылетает, то, соответственно, приходится делать рематч, или как было на одном из MLG финалов, там вообще был капец. Помнишь, там, короче, в финале там счет был 2-2, и один чувак дернул. Нет, 2-1 счет был, и, короче, Марин Кинг или кто-то такой, короче, у него шнур отвалился, и все. И типа был, он там проигрывал по игре. И они назначили переигровку. Это разве дело или это не дело? Потом они перестали просто-напросто поддерживать ру-сегмент, и все. То есть, и сам по себе StarCraft тоже начал отмирать, потому что им было интересно смотреть в сторону ХАЭСа, в сторону потом Overwatch. Ну и с каждым новым дополнением ситуация не поправлялась. Это. Игру стало стримить просто-напросто, ну, невыгодно, если можно так выразиться. Потому что ты можешь либо пиратить турниры, либо тебе нужно с огромным геморроем договариваться, но в любом случае найдется другой стример, который, даже если ты не пиратишь, который будет пиратить там твой стрим или оригинальный стрим. Ну, То есть права на, вот как в Доте, например, права на трансляцию вот, принадлежат при этом Старладдеру, да? И Рухапова не стримит. Вот такого бы у нас никак в жизни не сложилось бы в этом в StarCraft. Вот все. То есть вся проблема в пиратах. Да нет. Проблема, в принципе, в компании Blizzard, которая спустя рукава отнеслась к промоуту киберспорта. Ну и потом со сцены начали беда, корейцы начали всех вытеснять. Они сначала вроде у них был правильный шаг, то что отдельные были, помнишь, европейские отборочные, отдельные там в Корее, и на финал приезжали там, там ну, 5-6 корейских игроков. В итоге получилось так, то, что корейцы занимают все практически, там 1-2 каких-то игрока, которые не европейские. Смотреть это уже нашей публике неинтересно, потому что наши пробивали хотя бы отборочные сначала, потом там что-то добивались, там Демага, Браток, там Славик, там Хэппи Зерк, Хэппи, вот, там Блай, там долго сверкал. Но в итоге-то все сошло на нет. И в итоге ребята сейчас стримят БГ вместо StarCraft. Но Хэппи Зерк лучше больше всех выиграл. Хэппи Зерк из этой ситуации. Он вовремя свичнулся на ходс, у него сейчас куча зрителей, и он свой канал развивал. То есть никакой там это, ну и у него все прекрасно. Вот у Хэппи Зерка дела лучше всех, по-моему, Куда вот именно прыгаем? как стримеру. Куда прыгаем? Да куда скажешь, господи. Что он несет? Ну а что, StarCraft типа великая дисциплина получилась по итогу? Дота смотрит 380 тысяч в СНГ. Сколько смотрит StarCraft финалы какие-нибудь? Там ВЦС 700? Привет, Финсман. Здесь будем зарубаться. Готов? Раз, два, Да? три, поехали. Полетели? Да, но ты прав, интенсивнее снижаться. Мы так и так долетаем, просто надо бы оказаться пошустрее тех товарищей, кто решит сюда же прыгать. Самое забавное, когда мы об этом начали говорить, все говорят такие: «Да вы что? StarCraft никогда не умрет! Вы что несете?» Пошла вот эта стагнация, пошла, и как бы было понятно уже. То есть там, если не вдаваться к любови вот, этой игре, то все было прекрасно видно. Просто некоторые люди не хотели это признавать. Но в итоге так получилось, как и, в общем-то, и прогнозировалось. И те, кто свичнулся на Доту, такие как Мельшторм, например, выиграли очень сильно. То есть он с StarCraft уходил. Он думал, StarCraft или Dota, и в какой-то момент решил, что все-таки Dota. И оказался прав. По итогу. Самое забавное, что он звал туда еще. Говорит, давай. Ты жалеешь? Будет весело. Был бы Я сейчас такой, да дотерком. Ну, в я такой, смысле, да ты что? дотером. Так я стримил же Dota, что? Ну и чё? У меня же была херодота, я 4, 3 сезона с билетами в Valve Store. Достаточно Так, приятный еще. опыт, надо сказать. Вот организация таких любительских турниров по доте — очень приятный опыт. Так, а почему не продолжил? Ну, там стоял вариант либо продолжать и бросать работу, потому что там и спонсора наклевывались, либо
заканчивать на пике. Я решил, что, наверное, меня не хватит на сезон. Еще один, и все, и закончилось. Но опыт действительно классный, очень классный. Только положительные эмоции остались от всего этого. Хотя многие говорят, знаешь, там, типа, что комьюнити в Доте, оно не очень, но это далеко не так. Если с этим комьюнити работать, оно становится очень. Ну, впрочем, как любой комьюнити. Так, слышали, это... ребята? Надо с вами работать, короче. Мы с вами не дорабатываем немножко. Так что собрались. У меня МК, кстати. Ты лутай все, что там осталось. Ну, потому что как бы... А я не знаю, ты везде внешне... Нет, там не залутал нифига. Блин, да что ж ты будешь делать? Ну, давай так хотя бы. Убей его, пожалуйста. А что? Что значит убей его, пожалуйста? У тебя бомбит из-за того, что твой StarCraft оказался куском дерьма по итогу? Ну, прости. Но это такова жизнь. И ты сейчас смотришь этот стрим, где человек говорит, что StarCraft 2 оказался куском дерьма. Больно такое слышать. Игорек, ты там не долутал в том первый, месте. Первый StarCraft великолепный. Вообще. Не долутал, там говорю. Где? Да-да-да, я уже поверил тебе и побежал, и серьезно? Слутировал. Нет. И перечитай просто... чат, не надо. Да, короче, там 4 дома было не залутано еще. Я серьезно говорю. Окей. Ладно. Не, без проблем, ты можешь все лутануть, тебе там придется просто отдать половину и все. Потому что я буду без всего, и я буду куском просто мяса. Я перешел не для того, чтобы больше собрать, для того, чтобы не мешаться там. Потому что мы шли параллельно, а я там уже один угловой... Ну, нет. Да как нет, если да? Что ты мне тут рассказываешь? Не обманешь ты меня никогда. Да нет у меня задачи тебя обманывать. Понимаешь, нет. Нет, ну... сейчас на пик ТВ. Возвращайся туда сам. Что я могу тебе сказать? Так, Игорь, не ведись, не ведись. Я чувствую что-то... А, нет, что вестись-то? Я же по итогу говорю, а не предсказываю, правильно? Так что по итогу? Ну, по итогу все плохо со StarCraft. А, окей. Второй рюкзак здесь ищем, если нужен. Так, один голограф лишний есть. Круг, смотри, какой. У меня X2. Отлично. Так, там говоришь этот, да, рюкзак? Второй. Да, рюкзак второй. Тут баги еще по дороге. Я пошел в сторону моста. А летели Давай. Мы по базе или не по базе мы летели? Летели мы так, что там кто-то может... Летели мы так, что там кто-то мог быть. Нет, нет, нет. На базе ты имеешь в виду мог быть кто-то или... Предложение есть, куда ехать? Спросил насчет попытки номер 2 StarCraft ремастера, да нет. Куда ехать, Игорь? Скажешь? Вези меня сам. В починке? Хочешь в починке? Окей, в починке так в починке, как скажешь. Стрельба слева, да? Да, как скажешь, Миша, как скажешь. Нет, стрельба, говорю, слева, не слева. А я не знаю, я слышу только бомбежку. Едем вон в тот ангар. И начнем мы с этих домов. Roger that. Заходим. Тут вроде никого. Нам нужна разведочка. Давай. Там... Ты наверху? Мне кажется, я пропадаю постоянно, и ты меня не слышишь. Или ты просто молчишь, я не знаю. Тут Скорель лежит.
Я бы патроны бы взял бы со Скорелли. А, то есть сейчас ты слышишь, да? Ясно, ладно. Ты просто игнорируешь меня. Мне не... Бери патроны свои. Я сказал, что я патроны бы взял со Скорелли. Ты что, не слышал меня? Еще Скорель. Еще патроны. Я... Патроны бы бери, взял бери, бери патроны. Отлично, сейчас. Долутай этот домик. Теперь возьму. Тут шлем второй лежит, нужен тебе? Да, пойду. Машину слышу. Машину, да. 65. Ну, они такие быстрее едущие. Так, а ты в ангаре был, да, там гулял, да. Скорель? Был в ангаре, Миш, там Скорель. В ангаре? В ангаре патроны лежат? Да. Где? Да, в ангаре. Действительно лежит. А ты патрон забрал, что ли, от нее все? Нет, там вторая Скорель. Угу. А Вовка, где ты привет. Говоришь там... Что говоришь? А, в комнате. В комнате, в дальней. Да, вот уйду. Тут, где ты находишься, должно быть там. Так и есть. Отлично, спасибо. Ну что, я предлагаю посидеть на втором этаже, на балкончике, короче, попалить немножко. Солидарен с предыдущим оратором. Надо с пропутом на баги уехать. Жалко, иксов нету. Патронаж для двухстволки, да фиг с ним. Тебе не нужна сковорода? Нужна, а там здесь, есть? Вон здесь у меня под этим. Под лестницей. О. Крышу проверял? Крыши нет, я так прибежал в этот дом. А-а-а. А второй этот тоже не проверял, да? Там ничего нет. Окей. Угу. Ладно, то есть нам нужно смотреть куда-то в... На В, на НВ, поле. Да? Да. Поле. Иксов жалко нету. Да. Это да. Пламегас какие-нибудь, глушители. Не, вообще ничего нет, просто капец. Даже аптечки нет ни одной. И бинтов. Ну, привет, виноградина. Белочку поставил. Удачи желает. Аптечки, бинтов могу поделиться, кстати. Слышишь, да, стрельбу? От церкви? Да. Держи аптек. Аптека, смотри, какая здоровенная. А, аптека? Ничего себе, реально аптека. Как ясь. А бойлер, тебе спасибо за активную поддержку. А бойлер, да, молодец. Интересно, ребята ехали... А, не ехали просто тупо в этот центр круга, понятно. Ну, нам бы кого-нибудь убить, естественно. Исключительно ради припасов. И, кстати, нас круг накроет скоро. Можем, в принципе, не ждать, сесть и поехать. Поехали. Говори, куда. Мы же на машине приехали сюда, да? Конечно, конечно. Да. Вон баги стоит. Ставь метки. Сначала сюда. А потом, ну, куда-нибудь вот сюда уже можешь корректировать. Далековато, конечно. Можем, на самом деле, вот в этих домах поближе и... Вполне да вероятно, нет, поехали, там... я понаметил, мне нравится. Mm-hmm. То есть ты за центр круга? Да. Фух, ну, а Лейн так играет. Они играют так. Они болтают минимум, у тебя центр круга, и потом на людей. Ну да, ну нам же нужно стрелять в людей, чтобы попадать. А если мы будем сидеть в домах... Кстати, круг обновился, и логичнее, наверное, было
куда-то сюда сесть или сюда. Поставил метку, в общем. Хорошо. Правда, на такой машинке мы можем тупо не доехать, но ничего. Мне кажется, ты недооцениваешь баги, Миш. Да, вполне вероятно. Хорошая, быстрая машина. Не, давай изменим план. Все, поставил метку, ближайшие дома, будем здесь смотреть. Хорошее место. Вон баги слева. Это посольственные дома. Да, но зато агрессивные. Дома одноэтажные, во-первых. Да. Давай не будем все-таки сидеть. Ладно, давай другую метку тебе поставим. Там двухэтажный дом есть. Хорошо. Ну, ты смотри, понял, да? Эти мальчики тоже туда едут. Откуда ты думаешь, узнал, что это мальчик? А, нет. Там же машина стоит. Отлично. Можно пол... А, то есть... Ну, давай через... Проедем так. Пофиг, что здесь. Может, показалось, может, не в нас стреляли? Нас попали, да. Обойдется. Пронесет. Все будет хорошо. Вот в этот дом. Не в этот. Он в тот. В тот, не в этот. Хороший дом, второй этаж. Обзор хороший. Правда, ХГ. Да, стоп, стоп. Полицейский, разворот же. Выходить неудобно. Даже не лут, она, смотри-ка. Ой, бинты. Дашь бинты, мне чуть-чуть? Бери бинты. Чуть-чуть называется, да. Бери чуть-чуть бинтов. У меня есть 5 бинтов теперь. Раньше было 0 бинтов, а теперь 5. Круто. Что там такое нашел? Я нашел патроны к МК еще. Тут еще семерки. Я бы там не ложился. Вот я там ложиться не буду. Не ложись? Какие проблемы? Я аккуратненько у выхода. Лягу, прилягу. Ох, вид-то какой! А лепота. На Good Game не сделали приложение на iPhone, потому что нет, которые бы делали его. Вот. Отвечу в чате Твича за Майкера. Сегодня резюмешечка одна пришла как раз от мобильного разработчика. Подается. Средний возраст моего комьюнити, не знаю, 22, наверное, 23. У нас 16. Ну, 14-16. И главным образом девочки. Это у Дэн Рус так. Да? Угу. Может, там вместе постримить? Пошарим комьюнити. Блин, хорошая идея. Окей. Ну я лежу. Почему не берешь аптеку? Назаду. Что там, какую ты аптеку там не берешь? Ну вот это вот я думал, ты придешь, но раз тебе не нужно. Ну у меня одна есть. У тебя, наверное, тоже одна. Да, у меня одна, плюс одна и плюс одна. Неплохо. Так, ну у тебя три, значит, будет. Правильно. Что дальше будем их делать, Игорь? Лежим, ждем? Да, давай ждать. Весело. Хорошо. Мы в центре круга. Не вижу причин двигаться. А как же тренировка точности? Дополнительные иксы? Ну, тренировка точности, может быть, вначале можем прыгать в какой-то... Блин, нога зачесалась правая. И персонаж тоже правую ногу почесал. Вот. Совпадение? Не думаю. Ой, смотри, там наверху стреляют, Миша. Очень близко она. В соседнем доме стреляют. В домах. Вот прям, который дом выше. Там я вижу человека прямо сейчас. Желтый или красный крыш? Сейчас метку поставлю, чтобы ты точно знал вот этот вот. Красный крыш, окей. И... Там прям война. Вижу его. О, там в прыжке стреляет. Пойдем, да. Мешаемся, пойдем. Нет, не пойдем? Пойдем. Я за. Поехали. Сейчас аккуратненько вправо, ну, если... ХГ.
если нас убьют. Аккуратненько. Он все равно сверху спрыгнул. Он, скорее всего, сейчас они лутают их. Выходим синхронно, даем инфу, убиваем. Они внизу, скорее всего, лутают. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Вижу, лутают. Вырубили одного. Прячемся, ждем. Захожу в дом. Сзади. Блин, откуда? Стреляй, наверху, откуда? Наверху, в доме. Это вторая он группа у меня. Сейчас это... А, он убит. Миша. Подожди, я лечусь, я лечусь, я лечусь, я лечусь. Игорь, лечусь, подожди. Давай, я не захожу, не захожу без тебя, давай, не переживай. Там еще группа просто. Ты полутал этого товарища? Он на втором этаже в маленькой комнате. Хорошо. Гранты есть? Ты знаешь, есть. Может, ты знаешь, вырубим его? Грант. Получилось? Ты заходишь или чего? Захожу. Ладно, я хожу с дробовиком. Хорошо, поднимай меня. Я принял выстрел в себя. Вдвоем синхронно, хорошо. Практически. Там еще группа. Да, теперь скинь мне аптеку, которая у тебя есть. Какую из трех? Есть пожелание? Ну, давай вторую. Выбросим. Хотя не, мне, Миш, мне не нужны аптеки, забей. X8, видишь? Глушитель на сайгу уберу. А, ну ты... Вот, какой же патронов. Ты быстрый, а? Увеличенный магазин тоже бы взял. Бинтов немножко. Гренку возьму. Сковородку бери, пока я не забрал этим. Там аптеки, я к нижнему иду. Давай. Ну, помню, что нас видели, еще одна группа нас видела. У меня X8, кстати. Да, я специально его там тебе оставил. X4 у меня здесь есть. Слышишь? Слышишь? X4 бери, конечно. Тут машинка какая-то. Что какая-то? Машинка шумит. Нет, это машинка шумит, их машинка, которая просто скатывается. Мы в круге все еще. Но суваться куда-то не думаю, что это хорошая идея. Это ты топаешь, да, конечно же? Да. Семерки нужны тебе? Нет. Хорошо. Жилет возьми, а что у меня? А, да, слушайте, жилет. У меня энергетиков много, 8 штук. Там жилет у него у нижнего нормальный? У меня вообще в салат пробиты. Понятно. Блин, хороший эквип, сразу глушаки. Тебе не нужен компенсатор, например? Могу тебе компенс дать? Машина. Она в сторону города, кажется, ушла. Что ты можешь дать? Компенс? У меня есть. Компенс. Запарил, от машины уже пердеть. Так, ну я смотрю гору тогда, НЕ. Да, давай. Да. Так. Хорошо же, ворвались. Видишь, это всяко веселее, чем сидеть просто. Так я не спорю ничего. Сразу тебе и медицины, и эти. Давайте могу этих энергетиков подсыпать, хочешь? Давай. Я вообще изи, понимаешь? Просто изи. Вот. А были бы у тебя эти энергетики, если бы ты там на крыше сидел? Не было бы? Конечно же нет. Вот и все. А ты тех чуваков, которых они убили, залутал? Я не видел даже их. А, внизу, да, кстати. Ты смотришь? Ну, у тебя там обзор хреновый. Я смотрю, сейчас посмотрю выше. Будь осторожен с этой, с горы. И челики, 330, аккуратно, Миш. Я поднимаюсь на второй этаж. Да ладно. Блять, не попал ни разу. 330 направление. За деревом, да, так. За деревом. Близко, кажись. Да, один близко на 345. Второй дальше. Красненько. Но они сейчас будут в говне? Нет? Нет. Блин, за каким деревом, вот любопытно. Так, ну ладно. Опа, как они простреливают, а, капец. Через дырочки, у них X8. Не высовывайся, я лечусь. Все еще сидит за деревом, смотрит, второй сидит дальше тоже. 330, а второй где? Направление, скажи прям. Они оба, один за ближним деревом, второй за дальним деревом. Все 330, да?
Да, 330. Ну ты так не... Ты аккуратно там. Сейчас я увидел отсюда. Аккуратно. Блин, нифига себе, да. Да-да-да, тут чел палит прямо от окошечка. Я понял. Угу. Там же? Одному насажал вообще хорошо. Как ты их видишь? Я смотрю прямо на 330 от тебя. 345 за деревом стоит. Вот видишь дерево, куда я стреляю, видишь? Вот он за ним. А, все увидел. Он дальше все-таки, вижу, направо уходит. Ну, этот чувак за деревом все сидит. Блин, прикольно. Я в этот, в раму попадаю, и он прям попадает по мне. Я челик очень сильно закосил, который за этим деревом, за которым я смотрю. Тот меня мы, выцеливает, вижу. Мы не его. В круге, и что самое дебильное, круг, по-моему, у них. А, нет, круг у нас. Нет, круг у нас. Я вижу, он выцеливает. Уже переместился направо, 30. Пробегает нет, дальше. Нет, один парень все еще на месте, на котором я смотрю. Круг идет. Они будут в круге раньше, чем мы. Приготовься, сейчас лупить. Он справа сидит, на инье аккуратно. Да-да-да. Попал разок. Попал второй. Третий, четвертый, он сейчас ляжет. Ну, у него там один хит, все, нокну. Миша, так, текай, бежать. Миша. Нам влево надо уходить, давай, спускаемся. С горы сейчас будет сбегать. Да-да-да-да-да, но один парень побежал прям в гору вообще. В гору, так, это... в гору. Справа тачка, справа тачка, аккуратно. Ёппер СТ! Поехали. Разок только попал. Ладно, плевать. Они остановились слева, сейчас будут выходить на нас. Нужно в город. Нужно в город. Они сюда, стреляют. Миша, за мной. Окей. Миша, за мной, Миша. Иду, говорю! Чертов дискорд. Я вижу, они стреляются там за деревом. Ну вот пускай они и стреляются. Да, хорошо. Город не в круге. Я от тебя в 20 метрах. Дроп тут прям падает слева от серого здания. Да ёпта, какой дроп, ну Миша, ну не отвлекай ты! Чёрт, этот, о боже мой! Чё ты отвлекаешь? Ты? Дроп, блин, там люди где сидят. Где враги были, говори! После смерти, как тебя убили? С дома убили. Дроп там, дроп, Миша, дроп. И что? И мне не говорить, если он рядом, или что? Одного раза достаточно сказать, я понимаю, с первого раза. Каким дропом отвлекся? О мой бог, все, я не могу. Все, идите в жопу. Вас читать просто посос. Там награды обновились. Ты доиграл? Да, я уже рейди на... В смысле, я же умер. Меня убили товарищи, скорее всего, те же, кто убил тебя. И я не понял, откуда они стреляли, к сожалению. Вот. Инфы об этом, к сожалению, не получил. Там-пам-пам-пам.
Пам-пам-пам-пам. Победы сегодня? Не, победы сегодня не было. Смайлики не убирали. О каких смайликах речь? Что ты там потерял? Видишь, нашел уже, да? А почему смайлики убрали? Наверное, с такой интонацией спрашивал. Нашел. Отлично. Вот, нашли смайлики. Это хорошо. Так, через базу пролет у нас идет. И это ФП квадрат. Даже чуть правее. Есть у тебя предпочтение, куда лететь сейчас? Нет, пока. Меня не слышишь опять, да? Наверное. Я тебя слышу всегда, Миша. Вообще всегда тебя слышу. А отвечать нет? Ну, в смысле, ты осуждаешь, я жду, когда ты примешь решение. А, ну, то есть я принимаю решение? Ну, да. Понятно. Договорились. Поехали. Сколько там народу, видишь, летит в северный, кроме нас? Не знаю, пока никого не вижу. Давай в северную часть северного. Ага. Миш, ты можешь там пару фиф выдать, а? Я сейчас назову тебя. Дно помощники дно выдад... на дне дна. Вот ему можно, пожалуйста? Да, изи. Помощники забаньте, пожалуйста. Смотри, у нас двое приземляются непосредственно в городе. Ага. В городе непосредственно. Предлагаю до первого оружия, а потом... Они в церквушке. Ну, нет, так, а ты где? Ты точно. Тоже там, да, в северной части? Ну, попробуем сейчас. Короче, до оружия, а потом вместе бегаем. И все, ебрыс, это закрыто. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам. Помощники есть? Дно надо забанить. У меня пока только пистолет, но уже база есть. У меня есть импишка. Все, калаш нашел. Все, давай соединяемся тогда. Поехали сразу же. Так, он ориентировочно на Е от нас. Они были на этом, на церквушке. Я их не вижу. Видел. Так, я-то далеко к тебе иду. Ну, давай. Один вот садился за этим синим домом. Ага. Синий, зеленый, красный. Можно, в общем-то, сюда зайти. Так, тут ЕМП-шка лежит. Рюкзак. Главное ходить так, более-менее вместе. Так, я тогда вот этот лутану дом. А, я оттуда пришел. Скорее всего, дома? Там ничего нет. Окей. Да. Чего, ты где? Ты как? Тут дробаши. На башню еще нашел. А, ты здесь.
Окей. Так, тут 2x. Быстрый доступ. Просто двигаемся более-менее вместе и все. Один был вот здесь. Инфа соточка прям. Прямо в этом доме? Сюда падал. Ну да, ну в каком доме я не знаю. Но падал он сюда. Дверь закрыта. Ага, здесь открыта. Вот у меня, Вон я. Твою мать. Я косой дурак, блин. Сейчас он будет оттуда из той двери выбегать. Аккуратненько. Все, понятно. Ну я в него попал в упор из дробовика, он не умер. Ничего. Я там налажал. Не попал ни одной из пулек, он успел развернуться и пострелять даже меня на такой дистанции, на хорошей. Че, никто не забанил дно? У меня есть время сейчас. Сейчас посмотрим. Прощайте, пацаны, это не то, за что. Блин, скролл, я даже не вижу, за кого, за что банить, но как бы тут ничего не сделать. Ой. Давайте, давайте, побольше оскорблений, пацаны. Вы в них хороши у нас сегодня. Удачи вам всем. Умер, я не знаю за что. Не видел конкретно за что, но, видимо, за делом. Он обозвал меня педерастом. Завуалированно. А-а-а. Коим я, естественно, не являюсь. Следовательно... Ну, проверяйте, это, естественно, мы не будем. Конечно, конечно. Вышел в рассвете сил, да. Покинул нас в рассвете лет. Мы будем помнить дно. Ну, по крайней мере... минут 15. А ему в забвении 30 дней сидит. Сва 38 роз. Не, я думаю, что... А кто у нас? У нас были вообще помощники в чате, кто... Ров был, но... Забираем право. Все, разжаловали двух помощников. Так, окей, окей. 26-я часть, сколько можно? Посмотри трансляцию по XCOM. Африка. Z-Builder говорит, давай меня, давай. А, забанить или выдать права? Зря, бро. Брат, слушай. Пойми меня правильно, брат. Короче, жарко сейчас будет. Стараемся на крышу упасть. Давай. Двух дальних домов желательно, которые повыше. Лутаем, потом соединяемся и... Ой, у меня свет моргнул. Такое что-то уже... Раз, два, три. На три надо падать. Я прыгнул. Чуть раньше, но ничего. Но я четко прям планирую вниз. Михаил, не произносите слова X-чом, а ты чутко не двинул. А чё, что плохого в X-чоме, чомандер? Это же X-чом. Это же прекрасно. Так, ой, у нас только двое, на школу падает 4 человека. Ну это хорошо. Вообще-то нет, еще кто-то сюда летит. Ну, у нас двое. А, у нас только двое, я думал, у нас только двое. Так, я сажусь. Угу. На другую крышу лететь. В один дом. Почему ты на другую не полетел? Я с тобой в один дом. Зачем? Ну зачем? Ну скажи, зачем? Ну ладно. В один так в один. Ну так безопаснее. Это школа. Угу. У меня есть дробаш. Пламя газ. И X4. Это ты топаешь, да, на второй этаж побежал или что? Дверь ты открыл так что? Нет.
Я вот только сейчас дверь открыл. Слышь, как ты топаешь. Не, вроде только ты топаешь здесь. Винтовки нет. Я спускаюсь к тебе. Ну, готов? Посос. Посос еще, да. Соседнее здание. Давай. Работаем. А куда они упали, видел? Ну, ближайшие. Ну, вот да, дальние, которые. Нет, нет, дальние. От нас дальние, ближе к школе, которые. Понял. Ну, заходим, лутаем. Вижу эмочку, беру эмочку. X ставлю. Уже вроде. Ой, лучше на, будет. Патрон, Миш. Я взял могу... 50. А, я могу сесть на гору и потихонечку уже палить перемещение. И есть X2, дать? Еще эмочку, мне X4 есть. Короче, бери эмочку, лутайся, я пошел следить за товарищами. Это более эффективно, я думаю, будет. Дальний дом, говоришь, да? Да, да, вот которые на N дома, они там. Угу. Так, на улицу топал. Это я на улице, но я отбегал от тебя. Понятно. Ядрить колотить, он просто забежал и убил меня с P-52. Просто а это сразу. из школы бегут люди. Это из школы, другие уже. Сейчас я попробую обоих. Зря я ушел. Я был уверен, что... Блин, с дробашами причем бегают сучки оба. Со школы пришли. Блин. Ладно, отдаваться пошли. Не буду ждать их. Понятно. Понятно бывает. Когда ты убежал. Можешь дать зачем? Еще одну фибу? Можешь дать еще одну фибу? Нету. Нет. Нету? Да. Что он написал? Там, понимаешь, конечно, рубль и все, но это фибочка. Это чистая фибочка вообще. Прям легчайшая. Ладно. Ты понимаешь же, что он донатер? Ну, ничего страшного. Меньше 100 рублей. Ну, 100 рублей там. А-а-а. Пока. Нет, прости, я должен действовать, как говорит мой тиммейт. Я в одной команде с ним. Поэтому. Что бы там ни было. Зря ты, конечно, из дома выбежал. Потому что я не думал, что ты выбежишь из дома. Я думал, ты будешь сидеть в доме и смотреть на лестницу. Ну, не на лестницу. Ты не слышал, что я говорил, что я выхожу? Ну, видимо, прослушал. Буд пытается организовать. Не, ребят, так не работает. Так не работает. Опять вы со своей демократией. Зря вы так зря. Сейчас вот как выиграем. Себе фыву пропиши за болтовню за спиной, в смысле? Ну я ему сказал, что зря он убежал туда. Что? Ну и видите, я просто не слышал, получается, я виноват. Все. Мисс коммуникейшн.
Ладно, мы продолжаем. Мы продолжаем. Давай, давай, сейчас выиграем. Да. Как выиграем? Ладно, ладно, ладно. 3, 2, 1. Заранее раскрывать ничего не надо, мы спокойно долетаем, все хорошо. Да, да, да. Майкер, а ты знал, что карта ПБ это 8 на 8, где одна клетка это ровно 1 километр? Нет. Одна клетка ровно 1 километр. Круто. Вот теперь будем знать. Так, делиться не стоит, опять же. В самый первый падаем. Тут могут быть люди. Вижу, я раньше раскрываю, спрашивают поблизости вроде бы. Интересно, куда они летят? А, они в школу все летят с запозданием. Вот, они, то есть наоборот, они с этим заранее. Угу. Карасуман, есть вещи, которые я хочу сказать своим зрителям, есть вещи, которые я хочу сказать Мише, как бы, все. То есть ты говоришь, что ты еще там своим зрителям отдельно, что мы не слышим? Конечно, конечно. Ясно. Чтобы не засорять себе эфир. Ну и так бы слишком много мата было бы, наверное, на твоем. А, ты ругаешься? Так, нормально. Ты ругаешься, что ли? Конечно, конечно. Я тебя Джус научил, признайся. Вообще, это все Джус популяризировал, чертов мат. Как только разрешили стримить, сразу все. Раскрылась эта ужасная штука. Угу. Угу. Ясно. Так вот оно что. Оказывается. На Мишу ругается, но не без этого, конечно. И на себя ругаюсь. Что, ты и на меня ругаешься? Ну, на Мишу, конечно, больше. Потому что я считаю себя всегда правым, а Миша всегда правым. Вот и все. Ага. Но Миша же... Нет, ты можешь мне сказать, как бы, что не так? Да нет, нет, все хорошо. Я же тебе сказал в прошлом раунде, что было... Ну, я посчитал, что было неправильно. Но я сам виноват, он не услышал тебя. Понятненько. Так, высотку трехэтажную ты залутал? Да. Хорошо. Что-то там хорошего не было. По сути, это ты выиграл. Как ты умудряешься еще чат читать? Как ты можешь лутать, да, и читать чат? А что еще делать, пока лутаешь? Я потихонечку побежал в сторону тех зданий. У меня есть сковородка, в принципе, и пистолет, так что без проблем, правда. А, граната еще есть. Все, все, все нормально. Ты меня прикроешь, если что? Ты здесь уже, рядышком, да? Бежишь? Нет, а дальше от тебя. Чего так? Ну, вот сейчас вроде... Ну, я далеко, да. Ну, ты видишь, где я. Я в правой дома, здесь вроде никого не было. Похоже. Мне уже 7-е милишное оружие выпадает. Вот пистолет без патронов. Да, зрительный. Открыто, Миша, открыто, здесь люди. Я побежал. Так, заходи вот в этот дом, который вот между нами. У меня есть гранаты, я охренеть какой опасный. У тебя есть пистолет, ну или что-нибудь такое? Нет. Вообще оружие есть какой-нибудь, пистолет или что-нибудь? Сковорода есть. А, они вон через дорогу, дверь открыта, могут палить нас со второго яруса уже. Давай тогда в поисках пистолетов зайдем сюда. А че это? Мать, пистолеты по-любому какие-нибудь остались. Потому что никто не берет пистолет, когда уже есть что-то.
100%. Ну, мачете я брать не буду. Пистолет, Миша, здесь есть пистолет, иди сюда. Есть, есть, есть. Ну все, сейчас убьем их. Вообще изи. Теперь вопрос, знают они нас или нет. Уверен, что да. Да. X4 нет, не знают. Нет, не знают. Не знают, вообще не знают. Так, выходим с заднего входа, выходим с заднего входа. Командуй, командуй мне полностью. Давай. Так, сейчас аккуратно. Вроде чисто, побежали. Вот прямо здесь должен быть человек, на Е. Так, сейчас вот здесь сейчас сядем. Посидим чуть-чуть, посмотрим. Хорошо. Так, они уходили, короче, они были в фейк-машины, которые они... Угу. Я видел только одного. Пойдем им в спину, получается? Это куда? Ну, дальше. С фейк-машины логичнее всего уйти в этот... в лес. Вазик стоит, бомбежка идет. Не, а, тут туда... Ой, я отстал от тебя, сори. Все, иду. Здесь я. Пойдем. Офигеть, мой бесшумный убийца, конечно. Просто. Сковорода, пистолет. Прекрасно. Покуха. Ну что нам, если нам не повезло в домах, что поделать? Да, что-то нам совсем не прет. Можем типа попробовать посмотреть на дома слева. Ну, мы там ничего не сделаем людям с пистолетами. Можем попробовать залутать дома слева. Да, вот я про это же. Давай. Вдруг они там не все. Возьмем тогда вот этот дом, который... Вот этот вот. Дверки там закрыты везде? Ну, вроде да. Это на школе. На школе. Вот, кстати, они могли на школу идти. Ну, с опозданием. Да. И там как раз на школу падали люди издалека. Сюда чисто в теории могли даже не забежать. Миш, вот этот дом, Миш. И... Ну, я сюда... А, ты в тот, я понял. Да, пониже который. Сейчас дверями. Закрыто, да? Так, спокойно заходим. Закрыто. Не залутано. Смотри, жилет. Дрободан. Бери. Дрободан уже хорошо. Так, Миш, смотри, я сижу возле переднего входа, ты лутаешь весь дом, все. Хорошо. Это я могу. Что же они... Так, я на второй. Так. Шлем у тебя есть? Нет, вообще ничего нет. Шлем есть на втором этаже, можешь взять. Ну, нет, шлем есть первый, но и второй, все, что есть. Второй рюкзак.
Ой. Ты здесь? Никого не было. У меня просто не берется этот. Там уже зависла игра, посмотри, круг двигается вообще. Да, а двери двигается. Не открываются. У меня двери не открываются. Сейчас пару дверь открыть. А дверь не открывается. Игра зависла. Мы можем немножко, конечно, подождать, но сейчас не придет. Постреляем. Да, забей. Все, надлевать и next. Ту-ту-ту-ту-ту. Карасум, он говорит, почему у тебя иконка стрима краба, смайлики краба ставить нельзя, не считаешь это провокацией зрителей? Нет, это не провокация зрителей. Провокация это... Это... Блин. Вот она провокация. Ой. Продолжаем. Да, неудачное место для, для дропа вообще. Совсем. Ну, то есть, наоборот, дома были, а оружия вообще не было никакого. Это очень плохо. Нам нужен новый завуалированный смайл краба. Да, пытались овечку при это самое. О, это вот один раз из дробовика легло очень кучно на... Вообще, что... как это может быть? Ничего себе, какой разброс бывает у дробаша. Может, это всегда на второй выстрел разброс идет? Вероятно. Не-не-не, это рандом. Реально, дробинки могут очень сильно разниться по кучности. Вот эти вот две еще более-менее сопоставимы. А вот я попробовал... Ну, эти тоже так. Что говоришь? Я бы дружко шоу тоже очень хороши. Вот. Ну, я так это... Меня спросили про дружко шоу, я ответил. Угу. Или... Так. А? Рассказывай, рассказывай. Как правильно читать? Не QPA3A. Можно фаза, а можно кипатря. Да. Так, ну чё, погнали? Вальхалу. Погнали. Непонятно, куда гнать пока. Ладно, давай. Давай. Три, два... Один. Ох, сколько народу выпало тут сразу же. Но они, конечно, кто в Ясную, кто в Приморск, да-да-да, кто в школу. О, там кто-то краба решил попробовать поставить. Ой, ну бас. Так, надо сейчас, посередине уже открывать. На 20 минут, а не на 30 дней. Да, это помощник неопытный просто. А, неопытный. Ты раскрыл парашют, да, уже? Раскрыл, хорошо. Там есть поблизости кто? Да вообще, есть, есть. Одни летят челики. На кратер, в сторону, да? Фазенды. Справа. То есть тебе, для тебя это будет где-то, а, наверное... вижу. Что-то они как-то странно летят, конечно. Но быстрее, но они низко нас... летят, да. Но они быстрее нас добудут. Мне кажется, он сейчас пешкарусу побежит просто и все. Он уже, да, но мы на пешкарусах-то мы его обгоним. А, он на пожарке, а, попадает. Он, не, он в этот попадает. Они на пожарке. Угу. О, баги нашел один. Забрал, ну, и сейчас... они...
Они смотрят куда. Сейчас я предлагаю на пожарку сесть. Давай. Как бы они на фазенду едут. Поехали. Инфа-соточка. Сейчас будем штурмовать чуваков на фазенду. У нас позиция-то хорошая. Вопрос, повезет нам с оружием, не повезет. Как бы у нас дроп-то меньше значительным. Нашел СКС. Ну, уже хорошо. Увеличенный магазин. Голограф есть. СКС уже хорошо. Любой X и все, они твои. Да нет. Да-да, нормально. Так, у меня UMP-шка есть. Тоже можно посражаться. М-ку нашел. Так что у нас М-ка и СКС. Угу. Еще одну М-ку нашел, Миш. Все, супер. Иди ко мне. Иду к тебе. Сейчас я залутаю этот домик. Только сначала. Так, ну, короче, на этой крыше лежит этот... Я лежит. Понял, крыша, крыша. На крыше пожарки лежит М-ка. Угу. Калаш еще лежит. Ну, у тебя там вообще что-то... Беру патрон только. Да, ну у тебя же СКС, да, точно. Дайте нам X, пожалуйста, и мы парней-то заплотним. Шлем Т2 у меня здесь, в хате. Да, беру я без шлема вообще. Броников не видел? Броников нет. Да, ты два вот. Так, возьми сразу 30-ку патронов. Дай. От этого, от М-ки. Угу. Так, и на крышу того дома, да, надо бежать? Да, на крышу прям. Прям на крышу, прям. Прям. Компенс не взял для Ох. Садика, пропустил. Да? Ну ладно, твой значит будет. Ну что? Хорошо. Пойдем по чуть-чуть? Думаю, да. Ну, на войну. Думаю, да. У тебя патронов пятерок только... У меня только 30, 30. Короче. Сколько? Не услышал еще раз. Сколько у тебя патронов? 30. Угу. Так, ладно, смотрим. Иди ко мне сюда. Я иду. К тебе сюда иду. Что-то там видел кого-то? А, угловой. А, никого не видел. Самое выгодное заходить с правого, короче, да. Они начали с левого углового, идут сейчас, они сейчас, наверное, на трехэтажке, скорее всего. Угу. Вообще, нам бы в угловой дом на балкончик один остается, второй идет на второй угловой дом. На, там, где большая площадка. У нас будет две разные... У тебя коллиматор, да, есть? Нет, коллиматор лишнего нет. Какая есть чувак, есть чувак. А, в угловом доме прям сидит. На балконе. То есть он там сейчас лег. А, вон вижу. А, он спрыгнул. В поле, товарищ. Прям за домом. Прям за домом, товарищ. Есть коллиматор лупи. Так, давай сюда, на угловой тогда. Все, его не вижу. Он здесь был. Да, я на балкончик лег. Окей. Инфу. Нет, мне сюда нет смысла. Так, короче, ты давай инфу, я пошел за ними. Да. Ты только не торопись, потому что второго мы не видели пока. А, так, он вышел инфу... на балкон. На балкон, да, вышел. Он ушел или нет? Ушел с балкона. Не ушел. А нет, сиди, лег. Спрыгнул. Ходит, да? Спрыгнул. Пошел. Вижу второго, надо второго лупить, все, луплю. Какие ж мы косые, а? Я намазал, капец. Так. Он в дом в красный заходит. Я уйду на ему, на него. В красный в трехэтажку? Да. Я у будки стою. Дробаш перезаряжи. Ага. Я боюсь, что они в тачке не вышли. Так, у нас есть дробовик, мы можем штурмануть. Там их двое. А можем подождать? Пока ждем, инфа нужна. Горенко.
в меня. Они не туда кидают, вообще не знают, где мы находимся. Так, один перебегает. Где? Один перебежал к этому, к угловому, не к угловому, но к этому, к такому, к гаражеподобному, короче. Вижу, зашел он. Вижу, зашел он. Короче, я к нему. Ну, я буду аркадить. Чего? Эй, ты за мной бежишь? Да. Давай, заходим с двух сторон. Все, заходим и убиваем его. Гренка есть? Нет. Я проверяю какому-то. Справа, у него. Еб твою мать, все в дверь. Он спрыгнул. Сычок. Где? Да твой! Сэмки, другой. Он на крыше был. Второй был там же, короче. Второй был на том же самом балконе. На том же самом балконе, в смысле, на высоте, что ли? С которого спрыгнул первый. Да твой... Нет, кстати, я там был на балконе, где сидел первый. Я его не убил. А, маркер, видимо, просто не показывается. После смерти. Странно. Блин, такая... Намазали, когда тот по чисто полю бежал. Да там в дверь все улетело, вообще какой-то бред. Не знаю, как так получилось. Да, нас переиграли. Угу. И переиграли, и перестреляли. Да, нас переиграли. Причем мы в спину стреляли, одного не убили вообще, даже не кнопнули, капец. Да. Как так получилось? Да. Реально по прямой бежал просто чувак. Ну, ребят, у них был лут значительно больше, нам нужно было как-то их мочить, что-то делать такое аркадное. У меня дробовик, я пошел вперед. И не попал по нему просто. Когда он выпрыгивал в окно. А, и не попал, когда он вставал с этого. Был еще один выстрел перед тем, как он спрыгнул. Проходишь дверь и стреляешь, но там как бы он стрелял всю, и поэтому проходить дверь было опасно. Диабло, как Энди говорит, нужна вдохновляющая речь. Уважаемые бобры, настал тот день, когда нужно взять и победить. Скорее всего. Это про гейм, выбирай. Хорошо. Раз, два, три. Оп. Ё-моё, тут еще какой-то... О, в починке, скорее всего, да, в починке, окей. Ой, там же еще дома вот эти вот... Может, на левый лучше, там они побольше лута. Да, давай. Я сразу к ангару. Угу. Вжух и в ангар. Взять хвосты в кулак, да. Взять бревна в зубы. Так, я вижу только тебя, летящего. Ну, что-то я никого с нами не вижу рядом. Очень много на починках. Естественно. А это зомби наш. В общем-то, неудивительно.
Так, сайга. Глушитель на винтовку. У меня есть дробовик здесь второй. Наверное, возьму тебе на всякий случай. Мало ли будет, как в прошлый раз. У тебя как, рассказывай. Ничего нет. Гранат есть. Три штуки уже нашел. Ого. Как-то подлагивать стало при поворотах. Народу много вокруг. Это в школе, да. Видимо. Уже сколько раз собираю этот увеличенный магазин. Тут АК лежит у меня. А, блин, у меня же пушки нет. Сарямба. Сарямба, все, все, отбой. Отбой, никакого АК нет. Показалось. Стрельба прям близко. Ну, это в школе. В домах, домах, да. Это все в школе. Зато рубашек куча. Чокборд тебе не нужен, случайно? Нет, уже есть. На дробовик, которого нет. Тут есть... Блин, да ладно, просто пятерка валяется. Блин. Машина как будто едет. Ой, шлем же еще. Такое тупое, конечно. Пропускаю все подряд, представляешь? Все пропускаю. Мне все выдают. Лагает, капец, двери не открываются почти. Угу. Согласен. Так, ну ты там свою сторону уже добиваешь, да? Я пойду посмотрю пока в сторону. Лагает, не упадает шмот. Да, жесть. Все, завис опять сервер. Ну, он отвисает периодически. Но лаги жесткие. Вертикалочки, если будут, ты там... Есть, это... есть, все есть. Брякни. Можем к школе подтянуться, если... Походу постреляться. Семерки есть у тебя? Чуть-чуть. Хорошо. Так, мне все залутал. Пойдем отсюда. Куда? В починке не стоит идти, а вот сюда куда-нибудь. Ну ладно, веди. Окей, 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 окей. Маркер поставили, идем. Так, тебе там ап нужен какой-то, я помню. Вертикальное. Все. Оп. Что? Ок, ну, ок, ок, говорю. Ок. А, семерки выкинь, пожалуйста. Там ничего нет в ангаре. Ну тут пятерки есть. Ой, не пятерки, это семерки. Калаш лежал. Мне семерки как раз нужны. Могу отсыпать 30 штук. Давай. А голограф есть? Коллиматор. М? Чего? Голограф, коллиматор, что-нибудь есть такое? А, есть один. Давай. Нет, в смысле, один у меня, который лежит. Других нет. Понятно. Так, тут двери открыты. Наверху, на третьем этаже, или она выбита всегда? В соседнем доме. Выбита, кажется, скорее всего, выбита. Есть, X4. Ей.
Вектор лежит, нужен? Вообще, да, у меня есть моды под вектор, я бы взял. Могу на сайгу тебе отдать. 45-ки, если будут, собирай тоже. Хорошо, то вектор возьму. А, мне не нужно. У меня пока калаш. Блин, тут пушки лежат, СКС. Без патронов. Меня настораживает все равно эта деревня. СКС без патронов? Да. Звучит неплохо. Возьму СКС без патронов. Ты вектор без патронов. Взял? Или нет? Ты его притащишь? Сейчас возьму. Да, притащу. Хорошо, я проверю. Третий этот этаж все-таки. Есть, дверь закрыта, хорошо. Так, ладно. Иду к тебе. Пятерки есть. Лежи. Ой, а где там СКС лежал? Чуть дальше увидишь сейчас. Это Скар. А, это Скар. Сори. Ладно, давай тогда. Десятки тогда давай. Десятки? Двенашки, в смысле, которые под дробовик. Да. Я же был? Да, были. Да. Магазин быстрого доступа есть. Хорошо. Ну, скину тебе это. Окей. Да, да. Пятерки, если есть, я бы взял. Пятерки есть, выкинул 60 штук. Ой, еще 45-й. А тебе, получается, нужны семерки. Семерки. Хорошо. Семерки. Что там по кругу? Понятно. Просто лутаем. Держи. Где же на СКС ты? А, нет. Какая СКС, если там не было СКС? Так и есть. Вектор практически полностью обвешен. Компенсатор есть на винтовку. О, хорошо. Тогда возьму компенсатор, тогда потом как встретимся. Угу. Сейчас починок могут теоретически люди подходить. Могут. Что у тебя по медицине? Все хорошо? Более-менее. Так, компенс, да, тебе нужен? Да. Так, смотри, еще есть вот что. А медицина нужна тебе? Да, вообще ни одного нету этого. Да, держи. Отлично. Энергетиков нет. Слушай, вообще мы в центре круга, можем прям просто здесь сесть. X есть. Да, давай тогда на результат. X есть, действительно. Патроны есть. Мы в центре круга, отсюда вид вообще супер-пупер. То есть на крышу хочешь или что? Не, на крышу здесь нельзя выходить. Там она вообще без бортиков. Просто ложимся здесь, все. Ребят, делайте себе чай. Мы ложимся здесь просто. Я туда буду смотреть, где поменьше вижена. Окей. Слушай, я же могу и должен эти открыть. Стекла выбить хотя бы одно. У меня же глушак есть. Я же могу стрелять. Дверь бы закрыли бы. Так я же закрыл дверь. Да, и мысль хорошая. Нет, я имею в виду вообще в домах. Я закрою сейчас, бегаю. Во всех домах? Да. Да вы, батенька, псих. Ну ок. Ну в смысле, они так вообще никогда не спали, что здесь кто-то сидит. О. Сейчас вообще нет никому резона куда-то бежать, кроме товарищей, зачем-то из починок, но это так себе идейка. Это центр круга, тут всегда есть смысл находиться. Нет, я имею в виду, что целенаправленно бежать. И круг большой. У нас просто патронов куча. Медицина есть. Сто пятьдесят, 160. Я буду на первом этаже сидеть, чтобы это. Хорошо. А, или на втором этаже буду сидеть, чтобы, если что, надо спуститься и насыпать дэмэджи.
Цесеги. Да, Миш, дверь на крышу закрой, пожалуйста. О, действительно. Она выбита только. А. 210, тук-тук-тук. Даже не слышал. Ну это далеко-далеко совсем. Это я. Обычно, если разбиваешь, вот у тебя есть окно с двумя створками, разбиваешь одно стекло, издалека сразу понятно, что стекло выбито. А если оба выбиваешь, то могут не сразу понять. Точно ли оно выбито или нет? Я смотрю на S с починок. Опять же, откуда выстрелы были. Еще горка такая, что... Так. Вектор, да, вектор — это новая пушка. Очень сильно завязана на модах. В частности, нужен мод в первую очередь на... количество патронов, потому что с базовой комплектацией у вас 13 патронов. Если вставить нормальный рожок, будет 25, то есть прирост практически в два раза. Для сравнения, рожок там обычно добавляет 30, там 30 плюс 10, 40, а тут как бы x2. Плюс он работает очень хорошо именно в авторежиме на средних и ближних дистанциях. У него сумасшедший ДПС и не такой большой разброс. Поэтому вектор... Он, как правило, идет на замену оружию, ну, типа там УЗИ, дробовики, патроны 45-го калибра под него. Я посмотрел еще в Википедии, кто разрабатывал, зачем разрабатывалось оружие. Как раз вот скорострельность. Ну, ДПС больше сайги, но сайги тяжелее попасть все, а с вектора легче попасть, поэтому вектор это как бы... Если ты прицельно стреляешь в упор, то прям супер пушка. Да, мы в самом центре круга пока что, того, что есть. Круг большой, 45 в живых. Вон, вижу, человек бежит на 120. Могу открыть огонь, если ты можешь. У палатки стоит. Открывай палатку огонь. Не вижу. Стреляй, если хочешь, у тебя же глушитель. Убил, но я очень долго его убивал. Дружание у него в другом месте где-то. Не-не-нет, у него нет дружания. Он умер сразу. Он умер? Сразу? Да, он умер сразу. Там приехала машина. Ты же не слышал? Слышим. Так, Миш, ты убил его или нет? Убил сразу. Алло, Михаил. Да, я убил его сразу. Все хорошо. Можно полутать, он был с один. Он умер на 100... Но мне нужны только иксы. У него он остался с КС, да, получается? Ну, пойду посмотрю. На 160-165. Он возле палаток там был, да? На следующем ярусе. Я буду смотреть в твою сторону, если что. Смотрю в твою сторону. Беги прямо. Вот сейчас забираешься, и следующая горка будет. Рядом никого не вижу. И вот сейчас еще в горку. И левее бери, левее. Забираешься вот в эту и должен его увидеть где-то здесь. Угу. Иксов нету, ну шлемаки. Патрончиков еще чуть-чуть. Ну вот. Ну, бывает. Сковорода. О, не зря сходил уже. Шлем апнул, хорошо. Патрончиков взял.
Патронов может... так 260. Медицина у него была вообще какая-нибудь? Да, взял. Вот, одну видишь. Баночку и одну эту. Почему решит не ставишь на игру? Потому что будет слишком много графония. СКС у чувака, СКС. Так, это же сказал, что СКС говно. У меня на нее модов никаких нет, кроме компенса. А зум у меня вот такой. Поэтому нафиг мне СКС. Там была перестрелка 195 с СВ. Ага. Причем 160, стреляют 50-65. Да. Надо привыкать из калаша реже стрелять. Разброс просто пипец. Опа! Зона не самая, конечно, плохая. Угу. Ну, от бобиц тогда пойдем. У тебя есть этот глушак, сейчас попробуем с него сыграть. Так пойдем куда? В леса на юг? Да, леса, самое хорошее. При наличии глушителя хорошее место. Отбомбилось, я спускаюсь. Прямо по курсу FPS печаль. Походу дел враги. Давай аккуратно забираться здесь. Слева, судя по всему, враг. Почему так? Там... Ты в починке решил сходить? Нет, я хочу на ХГ подняться, Миша, чтобы нас сверху не застрелили. Вот на второе. Окей. Нам нужно будет форсануть как-то эту дорогу. 105, видишь? 105. Лежат челики, судя по всему. Возле баги. Я вижу баги, относительно баги. С какой? Ну, мне показалось, что там челики. Ну, я просто не вижу. Нет там никого, чисто? Вижу баги. Ладно, либо двигаем. Справа. Нет, это дерево такое с темным. Угу. Большое, да? Но баги, раз там баги, значит, все равно мега опасно. Это которые тогда приезжали, тогда человеки. Меня сняли с АВМ, с ваншотнул. Справа стрельба была по звукам. Ты сейчас спину его подставляешь, насколько я понимаю. А нет, правильно все. Правильно, да. Не-не-не, забей. Там с другой стороны, ну, короче, из... Я понял. АКМ, я даже не увидел. АКМ. Да-да-да. Сначала был АВМ ваншот, а потом АКМ. Угу. Причем, судя по тому, что на мне был Т3 бронь, мне попали в голову. Ладно, попробовал тонуть глушитель. Давай. Глушитель X там есть, бери. Да, АВМ жесткая штука. Мне кажется, они на крыше справа, в белом здании. Ну, это, короче, да, направление то. А вот откуда стреляют? А, смотри, балкончик на здании серым через дорогу. Дверь там открыта, видишь, маленький балкончик. Направление, я не понимаю, балкончик. 30, вон там вижу. Движение. Видишь, там чувак ага. Стоит? Вот там, кажется, было движение. Нет, показалось. Может быть, пиксели прыгают. Жду круга. Судьба красной точки на попе тебе в бронь не попали. Так там же... Ну я не помню, что после старта... Не, бронь коцанная. Это потом уже из дробаша. Ну, в смысле, из калаша стреляли. Хотя, может, АВМ убивает. Ну, как раз нет. Там, ну, как раз дроп упал. Как раз таки там, в том месте. А. Понял.
Но дальний сейчас отрезать будет. Если они в дальних сидят, то они должны перебегать через дорогу. На ближнем зоне. Ума не приложу, откуда они стреляли в таком случае. А если справа они не перебегали? Не, мы могли пропустить тот момент, когда они перебежали просто и все. Мне кажется, они все-таки в домах справа, вот в этих серых уже. Или пошли уже вперед, забили на тебя. Ну, не знаю. Ладно. Крупосос. Закидывайся. Ладно. Да у меня фул вообще. А вот это они стреляются, кажется, дальше да. Уже. А, вон справа. Как он долго умирал, а? Капец. Скара. Скара. Вообще. Вообще другая группа убила. Не, почему? Это вторая. Нет, другая группа. Убил слева чувак из Скара. Вообще ну, нет. Это? Дистанция другой. Не та. Ты же не видел второго. Они могли на другая группа, дистанции. Я слышал. Ну ладно. Окей, вот. Ладно. Просто совпадение это странное, что ты пристреливаешься с одним, нокаешь его, и тут тебе дают, ну, из кара выстрел. Ты явно по наводке, ты при этом еще же лег. Левый человек вряд ли бы заметил. Хотя, может, по звуку просто решили обратить внимание. Да, все-таки они обошли слева, получается. Блин, чуть-чуть бы я бы за им спину зашел бы, если бы я подольше подождал. Это не те. Это не те люди. Ну ладно. Это выбегающие из починок какие-то товарищи были. Второй бежал чуть выше, окей. Бывает, друзья. Вот АВМ жесток, конечно. Потому что вот так вот хоп, и ваншот прилетел. Вроде вторая каска была, вроде третья бронь была. У тебя первая каска была. Первая каска? Первая каска. Я тебя колутал, у тебя первая каска была. Добрый ты. Но тебе сегодня не в голову прилетело, расслабься. Там просто в пузяку и все. Там броник пробитый был. Так подожди, как меня могли ваншотнуть с ОВМ по третьей броне? Ну как? Вот так. Попали хорошо. Нет, ОВМ не убивает. Слушай, я убивал броне. С дробовика в упор чувака с третьей брони, с третьей шапкой. И вообще ничего ему из этого не закоцал. Тут игра такая, знаешь, прилетает и все. Там же мне калибр казалось, такой, что тебе ногу оторвет, если в реале попадут. Нет, дело в том, что АВМ, кажется, убивает в тело, если попасть. Только если первый армор. Вот, а пишут тебе АВМ, что ты по третьей броне. Ну, а где пруф? На что ссылаемся? М9Ф. А, все-таки в попу попали. Сковородки не было, понятно. Да, сковородка была бы, было бы круто. Так, ну, присылает мне старую версию таблички Excel-евской скрин. Давай, найди АВМ. АВМ. Блин, где она? Ну, Power 100. Так. Все. То есть не убивает, если попадает в бронежилет? Ни в какой ну, 75 вообще. 75 урона наносит. Ну, ваншотнули же меня. Давай выбирай место, куда прыгать. Ты специалист такой, скинул ссылку. АВМ в тело ваншотает, если не попадает по броне. Короче, давай, поехали сюда. Раз, два, два с половиной, три. Он хоть бы посмотрел, что по ссылке. Сам. У тебя после драки процентов 20 хп было. После какой драки? Меня ваншотнули и нокнули сразу же, а потом из Калашникова добивали. Вот что, как вы, как...
А, у меня было не full ХП. Да вроде энергетиком я дорегенивался. Могло не успеть, кстати, да. Так тебе в голову попали. Скорее всего, нет. Шлем был целый, да? А, ну хотя шлем мог не защитить. Короче, скорее всего, попали мимо брони, действительно. В зад какой-нибудь. И все. Если зад считается как туловище, то извините. Есть. Летят сюда тоже. Еще одна группа. Мы быстрее или не быстрее? Мы прям сильно быстрее. Они будут на угловом. Они будут на угловом, которым мы обычно сидим. А, вот так вот. Да что за дерьмо? Он уже на угловом, уже на угловом. Вижу. Лутается. Так, заходи в этот трехэтажный, я пропускаю. Иду на следующий. Блин, их 4 сразу. Пушку-то дайте. Есть серп. Очень хорошо, что есть серп. Да, повезло. И сковородка наконец-то. Так, я попробую последить за перемещениями. Я нахожусь на втором этаже. О, дробовик как раз залутаем. Так, беру дробаш. Смотрю. Один выбегает из углового дома. Медленно двигается. Из какого углового дома? Из того, куда дропнулся, где мы обычно сидим. Идет в сторону ориентировочного транспортного средства вообще. То есть как будто решает свалить. Но! О, я его потерял из вида. Он может к тебе зайти через этот резервный вход. Ага. Правый я так посматриваю. Выходить надо тебе будет через правый. Не через задний, а через центральный, короче. Ну, кажется, они ушли в те дома там на севере. В те дома на севере? Ты в домах на севере? Не-не-не, ладно, неважно, короче. Смысл в том, что лутай, выходи через основной. Так, я иду на двухэтажку. Они внутри были в этом? А ты в двухэтажку, да, спокойно идешь, все понятно. Углового. Так, они внутри были, да? Они внутрь к нам не заходили, кажется, даже. Ну и машину не брали, ведь черти. Ну, он так озирался, знаешь, уходил назад, как будто боялся, что мы сейчас спину вставим и ему что-нибудь. Мне кажется, что это ты топаешь рядом. Нет, не я. У тебя? Да. Ориентировочно угловой дом НВ. Ко мне идет, заходит на второй этаж. Одного нокнул, еле-еле. Прыгай ко мне, прыгай ко мне. Ай, там второй. Да, блин. Прыгай, ползи, ползи. А, он прям сейчас убьет. Капитан! Да, но это, кажется, вообще другие товарищи, потому что те ушли на юг, а эти на севере. О, я хорошо. За тебя, конечно. Молодец. Я левая. Жалко, ты не успел спрыгнуть. Жалко. Сейчас дару себя. Жалко. Ты гранату находил? Скоро, да. Не спасла, да. Скоро, да, не спасла. Было неплохо. Да я видел таблицу, и обновленную в том числе. Все нормально. По ВМ та же самая тема. Сейчас, найду гранату. А вот на табличку процент лута я не смотрел. О, бункер, кратер, Жержополь. Школе, Сосновка, Ясная Поляна. Ган рейндж, ну тоже ничего нового. Новорепная, Мильтопауэр.
Нашего нет здесь. А, нет, это называется вилла, видимо. Тут типа medium лут, не топовый лут. Ты стартанул? Нет, я сейчас в этом меню. Ага. Ну, кружись с меню. Бункер кратер жопный. Поехали. Поехали. Так. Protection number. Да-да. Жалко, ты не добежал до спрыжка. Так бы вообще был бы огонь. Потому что ну, там бы парень бы оставался один на двоих. Мы бы же вдвоем бы заходили и его убивали. Да, эта карта тоже известна. Известна. Ладно. Но повторюсь, это была другая двойка. Потому что тот товарищ банально не успел. Нокнутый может спрыгнуть с балкона вообще легко. Что то есть, если там нет бордюров, ну, нокнутый может спрыгнуть с балкона. Если нет бордюров, то он может просто доползти и все. Сковородой поворачиваться. Ну, я в самом начале намазал. С дробаша надо было его с первого выстрела убивать, а не со второго. Тогда бы не было проблемы с низким количеством ХП. Но я промазал первый выстрел. Уэй. Да давай на жопу, ля. Давай. 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 Куда? Сюда? Я думаю, да, здесь будет более сейфово, учитываем. Ага. Так, вот видишь, 8 зданий. На самые два крайних дома летим. Сейчас я прям поставлю маркер туда. Все, обновил. Давай. Маркер. С нами ага. Сразу пассажиры летят. Нормально. Говорят, этот high-level loot здесь нас ждет. Так что все, не должны обмануть. Как скажу. Ну, вообще дома, конечно, элитно выглядят. Угу. Так, двое на нашей половине. Четверо на этих. А, нет, две тимы на нашей половине. Ну, главное, что с нами никого нет. Прям совсем с нами. Чтоб с нами, совсем, с нами. Совсем нету. Но одни будут подходить. Короче, мы... Удачно. Будем слышать стрельбу за нашей спиной, скорее всего. Потому что они ближе друг к дружке находятся. Лутать нужно, уходя дальше на В. Можно делиться. Угу. Я сейчас один дом так утону, потом в дальнюю бегу. Так, high level loot. Где же ты есть? Арбалет у меня, все, нет претензий никаких. Нашел аптечку, неплохо. Второй рюкзак. Энергетик, пистолет. Пистолет. Ничего себе. Это пистолет! Прям... Это звучит гордо. На секундочку. Да. Так, шлем. Вау. Видишь, как удачно оказывается. Я не знаю, брать UMP, не брать UMP. Вроде как и надо, вроде как и избавлюсь, скорее всего, от нее. Да, это какие-то мажорные дома тут. У людей явно с огнестрельным оружием вообще не было никаких проблем. Угу. Так что скоро вообще стрельба должна начаться. Так мы, вот как мы так, первый может, дом может залутаем. Быть, и за нами побегут. Не, мы не нужны здесь. Пока. Так, нашел полевые штаны. Хм. High level loot, подтверждаю. Confirmed. Ну, если серьезно, как бы ничего пока сверхъестественного. Вообще, да, у меня тоже полный посос. Аймочка. Аймочка. Ну, это у тебя на них нюх?
Бобриный. Нихнюх. Так, наверное, девятки сейчас собирать, раз уж UMP есть. Калаш нужен тебе? Да. Потому что у меня нет ничего. В принципе, тебе калаш. Блин, дома ни одного дробовика, только пистолеты. И рюкзак только на третьем этаже первого уровня. Неплохо, неплохо. Угу. Странно, что стрельбы нет. Просто зошквар. Может, в разных частях города разного уровня. Ну хотя может это быть. Странно было бы. Иду во второй дом. Давай. Тут сразу дробовик. Ну вот. Он и выбрать правильный дом. Вторая каска на мне, но... Наверняка вторая каска у тебя есть уже, правильно ведь? Нет. Мне еще дом на всякий случай. Так, я тоже выхожу. Так, я выкидываю у себя здесь тебе калаш. Калаш, ага. И 60 патронов к нему. Вот также он. Быстрый доступ и... И все. Я искренне надеюсь, что найду что-нибудь самостоятельно. Угу. Давай, успех. Второй рюкзак не интересует? Да нет. Был что туда класть, знаешь, так первого хватает. А что по зоне? Ё-моё! Хьюстон. Лутаемся спокойно. Окей. Че нам еще остается? Ничего. Правильно? Потом будем правильно. Машину искать. Полчаса. Судя по карте, higher level в соседнем квартале. Слушайте, ну поздно, все. Все, зашкварились уже. О, соседний квартал, это что? Я хочу этот найти соседний квартал, потому что у меня дробовик себе. Mm-hmm. Ладно, я сейчас возьму калаш, где бы он тут ни лежал. Лежит у входа. Я предлагаю идти уже в сторону этих. Но компенс есть. А, нет, не дам я тебе компенс, извини. У меня самого нет, ничего. Ну, я тебе патронов семерок, если что. Вообще, у меня есть тынка свободная. Да не, не, лутаемся, лутаемся. Что, еще не пару домов, давай. ДК это там самое. Там впереди дома есть. Вот а эти как, три, же, как же машинка? Как мы уходить-то отсюда будем? Все найдем, не переживай. Хорошо. Пока таймер не кончился, вообще плевать. Сейчас, конечно, скажешь, что вот, осталось 10 секунд, но... Ничего страшного. 10 секунд, Игорек. Осталось. 10 секунд. Победки сегодня были? Нет. Не было победок. Все очень сложно. Дизмораль. Так увеличенный магазин тебе вот еще вот есть. Вот эти фывы вот эти вот в чат. Вообще. Да, подкашивает. Все, я выбегаю. Давай. Так, все, я последний все этаж лутаю. Дальше идем на поиски тачки. То есть мне не выходить на поиски тачки сейчас. Да нет, думаю, машину-то найдем. Куда же мы денемся? Мотоцикл, кажется, вижу. Правильно же? Правильно же. Мотоцикл нас устраивает? Мотоцикл нас такси устраивает. Я нашел глушитель, слава богу. Ей! Так. Мотоцикл нас вообще не устраивает, Миш. Потому что мотоцикл — это кусок дерьма.
Вот там круг уже идет. Ну да. Давай еще пару. Вот, держись на мотике. Сейчас, если, короче, не прокатит, то. Я могу прокатить на мотик, че. Баги. Баги. Сика, все ближе и ближе, а. Да, действительно, мотоцикл. Давай-то за рулем. Старайся ехать до первой машины по дороге. С Богом, Игорек. С Богом. Главное, чтобы мы не зря лутали. Только там мы не по дороге случайно едем. Но ты не бойся. Да, давай на пацанов выезжать по горочке. Агош! Как его кренит, да? Не, нормально. При первой возможности тачку меняем. Тут как бы на выезде. И через мост аккуратненько. Тачка справа. Дым справа, там вообще война. Да, вижу, там война. Ну что, не будем останавливаться? Зачем? Мы еще не в... Мы в круге? Нет. Не будем останавливаться. Ну, лут, пострелялись бы, сели, уехали. По красоте. Mm-hmm. А у Игоря на стриме мотик ровно. У меня просто он едет, как будто стрейфуется мотоцикл. Ага. А, это я криво сел. Все, вопросов нет. Можешь нажать Ctrl-2 и сесть за спину. Я могу, боюсь упасть. Ладно, не боюсь. Нам нужно в цирке выступать. Мы еще далеко не приехали, блин. Хорошо. Ну, Игорь выбирает правильное направление, срезает и сбрасывает скорость. Старается. Видно, что на победку играет. Я уже ненавижу мотоцикл, на самом деле. А главное, Игорь еще отодвигается, чтобы я прижался к нему поближе. Я же за девочку тут играю. Игорек, прекращай. Знаешь, как в тупой еще что тупее. Прекращай? Ладно. Воу! Ё-моё. Ага. Мы в кругу. Ну ничего, мы похиленные зато. Я лучше обинтоваться буду, не знаю ничего. Но мы в кругу. Момент, ну, не мог ты, да, не врезаться под конец? Садимся на мотик или нет? Зачем мы в кругу? Это бежим отсюда нахер. Спасибо, что бросил меня. Он бросил? Ты сказал же, я думал, ты все же похилился. Я бинтуюсь, я сказал. Бинтуюсь, это такое. Я за дерево сяду. Стрельба на 105 Е. Ёпта мать, мы в этом, мы в красном. Да не переживай, чего ты. Вон маркер есть, на желтый побежали. Побежали. А? Может, все-таки на мотике? Ты круг видел обновленный? Видел. Да сейчас машину найдем, чего ты переживаешь. Ну ладно, как скажешь. Пятерки Боже, есть? Круг. Че? Пятерки есть? Пятерки? Не. Ну как нет, Игорь? У меня дробовик и калаш. Но зато он у меня с этим... Иксом. С глушаком. Рабаш с иксом. А, с глушаком. Воу, неплохо. Ты бы видел. Да я и видел. Так, машины могут быть. Вот тут слева, там дома... Тут повсюду могут быть. Там справа открытые двери на вышке. Пососище. Просто забей. Придется плыть, Миш, вручную. Прям вручную? Серьезно?
Ну, сейчас, если лодку найдем, вообще удача, конечно, будет. Удача будет, если мы добежим до лодки, так, для начала. Потому что что-то мне не нравится это место. Ну, вообще, вообще мы изи доплываем, конечно. Вообще, там мы лодку не найдем. Надо на берег идти. Но спрыгнуть отсюда можно, как бы. Да, и мы изи в круг доплываем. Ой. Что, ты предлагаешь спускаться сюда? Нет. Мне тоже кажется, что лучше. Давай по чуть-чуть подальше. Пробежать, да. Полторы минуты, чтобы проплыть кусочек земли. Проблема в том, что там высаживаться мало, где можно будет. Да. Плывут, плывут, смотри, видишь, плывут два чувака. Вижу. Стреляем? Они ныряют. Он ныряет, и все. У меня глушака еще нет. Ну ты да, ты зря. Что делать? Они нас запомнили ведь. Они нас будут на том берегу ждать. Да, нам ведь тоже плыть, Миш. Да. Ладно, сейчас под мостом проплывем. Хорошо. Что, нокнул? Не. Они опять нырнули. Жаль, жаль. О, машину вижу. О, УАЗик. Машина? УАЗик? Да, а, он едет. Вроде. Нет, едущий стоит. УАЗик. Нет, В. И чуваки выбежали, бегут в сторону домов на 255. Ага. Не палимся. Мы же не палимся? Ну, они нас слышали для начала. Они находятся в доме на 255. Они лута... Вот, один встал, побежал. Они видишь? стреляют с кем-то. Пойдем. Давай посмотрим поближе, чем. Главное, не спалить сейчас. Вон, я вижу их. Они вообще не одупляют ситуэйшн. Ну, в общем, как и мы, наверное. Они, скорее всего, будут просто плыть. Они не собираются. Круг слопаться начал. Давай. Надо их поймать на том моменте, что они прыгают. Вон, вон, вон идет. Видишь? Они видят нас. Он нас более чем видит, по-моему. Че, прыгаем вниз? Ну... Или нет, решай. Или штурмуем этих чуваков? Штурмуем чуваков, подходим. Окей. Я оштурмовал свое. Хорош. Прячься теперь. Я выработал. Ползу за скалу, чтобы ты меня там резнул. Хорошо. Пытаюсь. Он же тоже резает. Короче, ты лечись, я пока гренку кину и спрыгну. А ты там этот, ты там бабахнул их, да? Одного нокнул, одного только. Красава. Ну, не очень, на самом деле. Килюсь. Так, ну времени у нас нормально должно быть. Я не докидываю ни хрена, ничто, ничего. Тут из-под ХГ, в общем-то. А, ты штурмуешь. Подожди, я застрял, я застрял. Аккуратно, я выпрыгиваю пока. Ты выстрелил? Все, я выстрелил. Ну, а хорошая новость, они не уплыли. Плохая новость, мы тоже не уплыли еще. Они где? Они плывут вроде, да, далеко вон? Да. Тут многие плывут. Не, они не должны были так далеко успеть уплыть. Они могут. Что нам-то делать с тобой? Ждать круга? Можем на машинку сесть, поехать на УАЗике, на пофиг. Давай, а где тачка? Пойдем, покажи. Вон справа два человека. Один убил, вон справа, справа. Одного нокнул, второй меня нокнул. На 75. Патроны кончились, мазафака. Ну все, у меня закончились эти доводы. Патроны кончились. Бывает. Я все, пожалуй, Миш, на сегодня. Вот.
Спасибо за игры. Неплохо пострелялись, да. Жалко, что не выиграли. Держись там. Давай. Да. Удачи Мне тебе. Жене привет передавай. Конечно, обязательно. Пока. Отлично, пока. Так, друзья, я разок, наверное, катну. Разок катну. Это старая карта, Колумб. Так, покидаю тьму. Давайте попробуем. Сейчас внимательно, аккуратно, естественно, затащить будет нереально, учитывая то, что помощи никакой и нокнутого не поднимут. Сейчас будем действовать по обстоятельствам. Можно прыгнуть, конечно, куда-нибудь аркадником. Потому что, ну, просто чтобы было поинтереснее. Блин, этих двоих, конечно, я поздно заприметил. Очень поздно. Зря мы полагали, что мы последний, кто идет с такой же самой целью. Учитывая то, как, каким оказался круг. И что это был фактически единственный клочок земли, который был, типа, еще в зоне. Столько плывущих людей было. Вы помните, там два... Эти еще двое, они явно были не среди тех, кто уплывал далеко. Ну, потому что еще было сообщение, вы наконец добили. То есть он реально был где-то за пределами синего. И у него мало хитов оставалось. Как я попадаю просто? Как я попадаю? С ума сойти. Ты их еще без укрытия стал стрелять. Все-таки сначала спрячься, потом стреляй. Кейс, ну что за ерунду ты пишешь? Там поле, там вообще нет укрытия. На тебя бежит синий, и они тебя видят, и ты их видят. Что ты предлагаешь? Ребята, подождите, я сейчас прячусь за укрытие. Такой вообще странный. Ближайшие укрытия были дома. Метрах, наверное, в 25. И они тебя видят. Классный совет, в общем. Прекрасный. Беги в их сторону и прячься за каверы. Стоп, играя за укрытие. Ну да, но там реально нет укрытий, насколько я помню. В принципе, до этих домов, до берега, до скал, там вообще ничего нет. У меня было два патрона, я выстрелил три раза. Что? Показалось, наверное. Good beat. Нет, нет. Это не мой уровень. Поехали. Так, ну, летим мы так, что можно, в принципе, до... Нет, до базы далековато лететь. Скорее всего, где-то здесь мы появляемся с вами, да? Да, даже еще севернее. Ну, думаю, что надо брать правую часть, опять же. Фиксируем, что самолет летит вот по этим клеточкам, вот по этой части. То есть, в принципе, все по центру будет относительно. И перелетает через центр, и перекрывает вот эту часть. Блин, постреляться что ли опять? Ну, давайте, ладно. Я точно буду не один на фазенде, по соточкам. Я постараюсь как можно позже вылететь, чтобы как можно быстрее прилететь. Ускоряюсь максимально. Мультапауэр давай. Да зачем мультапауэр? Мультапауэр крайне далеко. Сейчас посмотрим, кто сюда. Я ориентировочно в трехэтажку. Давай. Лечу, прям лечу. Друзья, лечу. Осматриваюсь. Вижу товарища на машину один. Ладно, рядом со мной никого, не верю.
Да. Реально никого. Правда, зафейлилось с тем, что... Ладно, давай сюда тогда для начала. Так. Как-то не густо в этой комнатке. Так, вижу. Область не увидел, какая. А. Область хорошая. Ладно, поехали. Кто-то топает, кажется. Блин, у меня пушки нормальные нет. Так, дробаш есть. Дроба, шоколаж. Не, может, конечно, сам себя напугал. Вполне вероятно. Ощущение, что нет, что реально кто-то был. О, сковородка. Сковородка — это прекрасно. Ладно, смотрим, дом закрыт. Еще дождь такой идет. Скорельку возьму. Скорельку возьму вместо калаша. Семерки лесом. 2x, угловое. Быстрый доступ. Перезаряжаемся. Винтов не так много. Не рюкзак первый еще. Не все помещается. Но еще есть опция. Ну, есть что, что еще полутать. Просто осматриваемся потихонечку. О, более подробно там карту скинули. Так, простая М-ка, беру патроны. Ламига с лесом, патроны для дробовика пока хватает. Заходим в трехэтажку. Подозрительно чистую. Второй рюкзак. Что там, пламегаз? Не самая полезная штука, ну ладно. Так, вспоминаем. Двое летело куда-то в сторону машин. Ну как там, один-один. Но стрельбы оттуда не было. Видимо, кто-то свалил, просто взял. И все. И на этом полномочия закончились. Так, чок. И так есть. Вторая каска. Еще одна вторая каска. Угловую на вертикалку менять не буду. Арбалет идет лесом. В общем, долутываем оставшиеся несколько зданий. Все-таки третий этаж оказался не очень удачным. Так, минута. Откуда будут бежать? Вот бежать мимо меня, короче говоря. Сейчас я проверю это сначала здание. Ну, вообще для старта неплохо. Кому-то очень повезет с убить меня. Так, место заканчивается. Очень прям повезет. Так, выкидываем так, берем пятерки, все, хватит.
45-е. Оп. Компенс. Вот это уже поинтереснее будет. Надо бинты прекращать брать. Так, смотрим аккуратненько так. Икса нет, но только двоечка есть икс. Идем в то здание. На противоположный, ну, угловое. Опять же, с целью разведочки. И это последнее крупное недолутанное здание. Ведь как в таком дожде кого-то разглядеть? Заходим. Так, тут еще что-то валяется такое зеленое. А, это бинты. Что там еще раз про... Ту-ту-ту-ту-ту. Как говорилось, на форуме лучше лут на первых этажах многоэтажек. Угу. Странно, конечно. Не замечал такого. Что это... Все, ребят, я все залутал, что хотел на фазенде. Не помню, на самом деле. Да и уже, наверное, не столь принципиально. Куда там люди еще падали. Важнее, откуда они будут убегать. Из Липовки будут убегать. В первую очередь, то есть вот оттуда. Но я не увижу, скорее всего. Липовка слишком далеко, и там транспортные средства есть. Можно, конечно, пойти вот в эти дома. Но они не в зоне. Нужна еще машинка. Багги стоит рядышком. Ну, это так, машинка. Так себе. А летело вот так, да? То есть они везде. Можно типа в северный сразу поехать. Или собирать мелочевку на севере в принципе. Можно взять и поехать вообще встречать куда-то сюда людей из Липовки. Или вот в эти здания. Неплохой, кстати, вариант. Но я тогда пошумлю и на этих спровоцирую. Ну, на кратер спровоцирую пацанов. Надо еще лишнее выкинуть. Фламигаз. Тактическое оставлю. Голограф пока тоже. Блин, хочется, конечно, сесть на багги и рвануть куда-нибудь, но пока нет круга. Следующего как-то не хочется. С другой стороны, безопасно. А во втором угловом здании 4 икс ждет. Да, вполне вероятно. Вполне вероятно. Ладно, давай. Согласен. Раз 4х надо бежать. Тут еще пара таких угловых зданий есть. Не такие удобные с точки зрения наблюдения. Дождик еще такой. Энергетик здесь. Уже 5-й, кстати, по счету. Так, вот слэш. На тебя за язык не тянул, конечно. Поэтому... Если вдруг икса не будет, я бы к тебе вопрос. Но еще есть пара мест, где может быть икс. Ладно, одно место. Уже. Я не знаю, что с тобой делать. 2х. Почти попал. Почти попал. Но да, половинку бана заслужил. Вжух и нету.
Не, ну просто не угадал. Если бы угадал, то все, конечно. Это была бы слава. Сразу. Премиум на год, естественно, добрый Михаил выписывает. А, эти-то дома были в круге. Я на другие зарился. Вон, вижу, машинка выезжает где-то на 75. Проезжает мимо. А что по кругу там? Ну, по кругу так. Я думаю, надо брать баги все-таки. Брать баги и ехать. Там дача проезжала мимо. Поехали, друзья. Мы шумим. Я, наверное, поеду. Хотя можно и здесь остановиться, в общем-то. Правда, обзор не завезли, но те люди, которые... Ладно, давай так. Которые из пожарки сейчас будут бежать. Тот человек, надо привыкать, что здесь один человек. О, машина. Останавливается, что ли? Вообще может. Я не вижу пока его. Там прям по курсу дома, я помню. Но здесь место вообще не очень. То есть я знаю, что он, скорее всего, прямо. При этом сзади могут идти. Конечно, не он был. Вот, он, скорее всего, здесь остановился. Машину, правда, не вижу. Не факт, что он там. Да, отлично. И движения там тоже нет. Ну, то есть не выбегает он на крышу. Там Санчес начал? Тоже не мой уровень. Ребят, ну дайте мне потренироваться, ничего. Кажется, мимо еще машинка проехала. Нет, едет прям. Любопытно. Ладно, побежали сюда. Был бы на правой горке, мог бы машинку по машинке пострелять. Ладно, здесь вроде закрыто все. Опа, здравствуйте.
Отлично. Что-то стрёмно мне забегать с таким светошумом. Какая-то грязь, нет? Я закинул светошум просто прекрасно. Причем дверь я вот эту не открывал. Так, новая зона. Круг френдли. Ну, то есть тут пешком легко. Машина проезжает. Опять это белая дача. Стрельба на 285. Будет идти вот отсюда. То есть вот отсюда. Вон бежит товарищ, вижу. За камнем сидит. Сел. Т3 жилет, 4х прицел. Более утоляющих много, энергетиков много. Давай голограф уберем. АВМ. Ну не умею я с АВМ, ребят. Ладно, беру АВМ. Сковорода есть. 5,4, больки, менты, бронь Т3, там она коцанная очень, настолько коцанная, что лучше ставить, а нет, она на 30% коцанная, хорошо, тогда можно. Ладно, там круг скоро. Блин, машинку не хочется. Да, бинтов много. Вообще надо выкинуть практически все, они уже. Так, X4 на ВМ. А, у меня двоечка здесь, да? Да. Ладно, давайте еще постоим, посмотрим, что наверху. Круг-то идет. Я думаю, надо сейчас уже, учитывая количество лута, медицины, уже ехать какую-нибудь центральную штуку. Наличие АВМ и ИКСа, и патронов, и медицины. Давай вот сюда, ладно, аркадно сейчас сыграем. Правда, там наверняка кто-то будет, надо будет штурмом брать. Штурмом с АВМ это самое оно. Вы же понимаете. Но это был жирный товарищ, он за дропом, и у него там Т3 жилет, и вообще молодец, конечно. Ставить очередь, не забыть. Тут машина чья-то. Мне могут сейчас пострелять в спину. Я должен сейчас типа заезжать и штурмовать. Этот дом. Фиг знает, какой он для АВМ вообще. Кажется, никакой. Блин, вот я дурак. Куда я лезу? С АВМом сюда.
Там еще соседний есть. Вот сучок, а? И дверь еще закрыта была. Ладно, ушатали. Лучше второй здоровый. Какой-то он с лоуфоком оказался. Что у меня было? Ладно. Ой, что я делаю там? Ну, хорошо. Как он... Почему он не сразу начал стрелять? Я не пойму. Но мне-то лучше, ладно. Так, закидываемся больками, не забываем, после круга. Может, ну, карту смотрел. Да, было страшно, конечно. То есть заходишь, не ожидаешь, то как бы дверь закрыта. А он-то слышал, что и машина остановилась рядом, естественно. Надо еще помнить про то, что из ВМ надо стрелять с иксом. Но не в доме, естественно. Да, карту, скорее всего, он смотрел. Помним про соседний домик. Чек, не у него 16-е было? Да, у него 16-е. Но менять сейчас это... Учитывая то, что еще нет приклада под 17-ку. Поэтому это не стоит уже того. Я палю коридор. Вот он должен так был сидеть. Слышу шаги. Слышу. ЗВМ надо в голову шмалять. Глушака нет, компенса нет, ничего нет вообще. Рядом стрельба. СЕ. Тут опасно холм занимать, в центр бежать, потому что там с разных сторон все поджонятся. Если цель не двигается, надо в голову шмалять. То есть, если не видит себя, в голову. Так можно и отрабатывать по туловищу. Зажимается зона. Смотрим. Да, хреновенько. Ну, ладно. Стрельба СВ. Сейчас надо ждать терпеливо, где-то минутку. А вижу, прибежал товарищ один вперед. Сейчас уже можно не ждать сильно. Вижу, ты хороший. Блин, странно, что он именно сюда прибежал, понимаете? Это место для него вообще невыгодно. Оно вне круга. Ну, в смысле, оно по краю. Закидываться уже. Желательно заранее, энергетосов много. Так, с глушителем стреляются ЕНЕ. Мне кажется, надо сейчас выбегать сюда. Нет. Мне как неудобно там. Круг уже пошел. Да, сзади. Дождался. Я не проявил нерасторопность, конечно. Нетерпимость. Стреляли явно либо сзади, либо справа. И стреляли
уже с круга, который схлопывался. Плохо. Там человеку тоже будет, наверное, не очень комфортно, но я зря бежал, в принципе, сюда. Надо было, наверное, даже резать и идти в центр кругом. Я полагал, что вслед за этим товарищем, который убегал вот по кругу, которого я увидел, который там с кем-то стрелялся, здесь у меня будет безопаснее. За деревом справа лежал. Угу. Окей. Бывает. Ой. Ладно, даже ни разу из АВМ-ки не стрельнул. Но зато ушатал из дробовика человека, который, собственно, эту АВМ-ку принес. X4 принес. Жалко. Ладно. Жалко-жалко. Ну, прям жалко. Там можно было реально пойти в гору, типа, и сразу в круг. А не вот таким, типа, сейфовым образом. Но я вроде не шумел. Но, видимо, да, меня ждали. Не, не факт, что он умрет. Он, может, также затарен был энергетиками и готов был бежать вперед. Да, ему тяжеловато будет, конечно, добежать, но... Ну, долго ему бежать. Он тоже был вне круга, и нас как раз сейчас накрывало. Но он же еще пошумел, блин. Ладно. В любом случае, я умер раньше, чем он. Все-таки, скорее всего, надо было медленно ползти под ХГ. Хотя нет, на самом деле... Правильно все делал, просто надо было его замечать. Или позже выходить. Что мне с АВМ в центр прям нерезонно было бы идти. И, а так как хотя бы у тебя какая-то дистанция есть. То есть ты можешь по краю идти. И плюс, опять же, я видел товарища, который пробегал. Он меня точно не видел. Я слышал выстрелы с этой, с той стороны. Я как бы целенаправленно выходил туда. Целенаправленно. Но надо еще после стрельбы внимательно. Сейчас на military base полетим. Пофиг. Сейчас быстро в сосновочку. Была, не была, как говорится. Народу сейчас будет много. Мяса будет много, но хоть постреляемся, правильно ведь? Правильно. Полетели. Так, меня интересует вот то здание, причем заходить именно с правой стороны. Вижу как минимум трех поблизости врагов. Четырех. Ключевое это когда у нас будут парашюты раскрываться, посмотреть, что это как. Ой, плохо я налетел, надо было пикировать раньше. Так, раз. Два, три, ага, этот здесь. О, еще один быстрее. Какое он здание летит? Капец, тут четверо просто. Я не знаю, не вижу точнее. Зашел кто-то вот в это здание. Скорее всего, зашел, но... Короче, я побежал. Вижу, вроде сайга лежит. Да... Ребят, я действую правильно, но стреляю очень медленно. То есть я попал в него первый раз, понял, что он будет уходить в мою сторону, что я к нему с фланга могу выйти. Обошел, но он успел и увидеть, и развернуться, и выстрелить. Спасибо вам за все. Увидимся с вами завтра вечерком. Не знаю, что будет за стрим. Что ты хотел сказать? Интересно. Ну что я могу интересного вам сказать? Спокойной ночи, друзья. Всего самого доброго. Пока. Постреляли, да, постреляли. Постреляли. О, какая прическа у тебя, Михаил. Надо с такой прической делать стрим. Надо с такой вот. Называется стрим петушка.